На повестке дня у жителей хутора поведение местного хулигана. Юноша со своими друзьями перешел все возможные границы, в один голос твердят собравшиеся. Ночные гуляния, не дающие заснуть, громкая музыка и частые потасовки здесь стали привычным делом. А тут еще и зверское избиение, повлекшее за собой гибель одного из старожилов. Ему все сходит с рук. Мы боимся, что это сойдет с рук, но так же нельзя жить. Галина Ивакина стала вдовой меньше недели назад. Сосед вместе с товарищем избили ее пожилого мужа и сына. Били, рассказывает, в самые уязвимые места – голова, печень, позвоночник. Ивакин-младший до сих пор в больнице. Глава семейства от полученных травм скончался в тот же день. Лопнула у него вся селезенка. Разрезали внутри гематомы, весь в гематомах был, кровь вся там, короче, и ничего не смогли сделать. 1:30 начали операцию, 6:30 закончили, а 16:15 он умер. Конфликт между соседями разгорелся из-за безобидного замечания. Молодых людей всего лишь попросили вести себя потише. По словам очевидцев, после этого 21-летний Георгий и его друг как будто бы сорвались с цепи. Он был вменяем, но злой, как, ну, я не знаю, как его обозвать. Это зверь. Зверский, да, зверский. Он его забил до смерти, ногами. Просто взял и забил. Опасную компанию молодых людей здесь знают почти все. Днем они пропадают неизвестно где, с наступлением темноты разъезжают по хутору на машинах, выпивают и задирают прохожих. По заверению селян, об этом знают и в ближайшем отделе полиции. Только вот стражи правопорядка на это не обращают внимания. Я говорю, вы его задержали? Да, он у нас. Я сейчас буду на Александровскому участковому передавать его. Мы приезжаем с больницы сюда, он здесь. Здесь, на этой же машине, начинает носиться. Все молчат. И все молчат. Все боятся. Предполагаемый виновник недавней трагедии Георгий Киселев, по слухам, лидер местных хулиганов. Похоже, он и сам поверил, что стал главой ОПГ. Правда, ни сами жители Родионова, ни чиновники из сельсовета никаких группировок на своей земле видеть не хотят. Уже готовят жалобу в краевое управление МВД. Пусть разберутся с горячей молодежью, а заодно наведут порядок на местах. Задуматься, больше, наверное, внимания нужно отдаленным и поселкам, хуторам, которых на сегодняшний день проблема участковых по району, проблема вообще кадрового обеспечения правоохранительных органов. В краевом главке в ситуации пообещали разобраться. Если что-то граждан и жителей того или иного населенного пункта не устраивает в работе, будь то участкового, уполномоченного, госавтоинспекции, эта позиция не должна с их стороны замалчиваться и ждать какого-то нарыва. Необходимо приезжать, писать заявление. Еще раз повторюсь, с этой целью проводятся выездные приемы руководством главного управления. Если они не доверяют на уровне районного руководителя, то практически еженедельно в тот или иной район края выезжают представители главного управления. На парня уже завели уголовное дело. Пока что его подозревают лишь в нанесении тяжких травм. Однако разбирательство только началось. Многие нюансы беспокойной жизни хутора Родионова следствию пока неизвестны. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, а также следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Некоторые жители хутора уже изъявили желание сотрудничать с полицией. Обещают рассказать все. Уверяют, когда хотя бы один получит по заслугам, остальные будут вести себя спокойнее. Агрессивного юношу с повадками уголовника здесь больше видеть не хотят. Ефим Пушкин, Юрий Угрюмов, Информбюро.